Итальянская экономика снова растет. В четвертом квартале прошлого года ВВП прибавил 0,1% по сравнению с третьим и 1% в годовом исчислении. По итогам всего 2015-го прирост составил 0,8%. Более активный потребительский спрос, приток инвестиций и увеличение чистого экспорта внесли свой вклад и помогли третьей экономике еврозоны начать восстанавливаться после 3 лет падения. Но складские запасы итальянских предприятий сокращаются. Аналитики отмечают, что темпы восстановления по-прежнему существенно ниже, чем в среднем по региону. В прошлом году совокупный ВВП еврозоны вырос на 1,5%.